Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Darkfall The Journal. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем прохождение этой игры. Сейчас мы с вами находимся на третьем, получается, этаже. И давайте пройдем к вот этой вот картине. Дело в том, что я кое-что уже понял, кое до чего догадался. Посмотрите на эту картину внимательно. Подписи здесь нет. А сейчас мы вернемся немножко назад. Так, нет, вот сюда. Да, возвращаемся вот сюда. Здесь у нас есть шкатулочка. И видите, та же самая картина. В общем, я нашел все эти три картины. Оказалось, что они просто так же самое в одном и том же месте висят в коридорах на каждом этаже. Подпись есть только к средней картине. Это Генрих V. Я сразу же догадался, что это, видимо, правители Англии разных времен. Но я в них не особо разбираюсь. Разве что догадался, что это, скорее всего, Елизавета I. Просто потому, что больше я никаких не знаю. Кто это такой, я не знал. Поэтому пришлось погуглить по правителям Англии. Оказалось, что это Генрих VIII. Мой, если не ошибаюсь, отец Елизаветы I. То есть цифры у нас, по идее, должны быть так. 8, 5 и 1. Да, отлично. На самом деле, сложность была в том, что, допустим, вот я не разбираюсь в этих правителях Англии. Мне пришлось именно вот гуглить, чтобы понять, что это за дядька вообще там в балахоне стоит. Итак, проклятие. Одна из песен пропала. Забрана у меня. Оно ее сожрало. Оно знает, что я замышляю. Оно должно знать. Заклинание не сработает, если стих будет неполным. Я не сдаюсь. А есть полезные слова в алхимических указаниях и словарях, которые нужно упорядочить. Я узнал, каким методом можно освободиться, и это также даст мне возможность увидеть Немезиду. Я увижу мое пропавшее творение. Я должен работать. Руны нужно наложить. Спасение и проклятие. Полезные слова, которые нужно упорядочить. Это, видимо, их мы тоже как раз и ищем. 12 штук. Так, а вот нижняя часть фотографии. Мел, бронза. Там у нас песчаники, дерево, по-моему, было. Мел, бронза. Жалко, что нельзя взять ее и наложить, ну, соединить с другим куском фотографии. Так, ну, примерно бы запомнить. Мел. Здесь какая-то отметина. Мел. Бронза меньше, чем мел, и она, видимо, коричневая. Так, ну... Столик у нас, по-моему, здесь же тогда, вот он. Давайте сразу попробуем. Так. Так, бронза. Где-то вот здесь вот. Мел белый, он где-то... Блин, а черт его знает, где-то вот здесь вот должен быть. Как-то так, что ли? Я уже не помню другую фотографию, дело в том, что... Верхнюю часть. Я помню, что здесь вроде песчаника, здесь вроде дерево, и дерево оно большое. Но где именно здесь? Так, интересно, сохранятся они? Положение свое... Вот эти свое положение сохранили, может быть, мы неправильно поставили именно вот этот символ. Ладно, сейчас посмотрим повнимательнее. Так что каждый раз выставлять? Так, мел прямо на линии идет. Вот здесь вот отмечено такая круглая на столе. Бронза тоже на линии. Вот где-то вот после того, как вот эти вот соединяются. Линии. Вот где-то тут. А, бронза у нас. Может быть, вот эти тоже на линии должны быть?
Ладно, придется сходить все-таки проверить верхнюю часть фотографии. Она у нас была в ванной, но, по-моему, на предыдущем этаже. Или на этом этаже. По-моему, на втором. Так. Вот. Песчаник. Ага, аж слева здесь на линии. Дерево тоже на линии. Вот здесь справа прям. Песчаник вот туда. Это бы сейчас запомнить. А, блин. Вот эти сдвинулись. Так, ты у нас где-то здесь стоишь. Так, ты у нас вот тут примерно. Песчаник где-то. Вот. Позволить мне увидеть Немезиду не будет работать, если не завершено. Символ, символ, символ. Олькас. Так, символ, символ, символ. По-моему, это... Так, по-моему, это... Девятый, получается, символ. Кружок и два крестика. Ну-ка, сейчас я хотел бы еще раз проверить. А я не могу больше проверить. Да? Реально? То есть, если я сейчас бы, допустим, пропустил бы, как-то проморгал бы, то все. Ну, вроде бы... Вроде бы символ, который девятый по счету. Ладно. Хорошо. Эту головоломку мы решили. Прекрасно. И еще я заметил, что мы кое-что проморгали. Так, где у нас... Была... Ой, блин, опять он меня напугал. Вот, кстати, Елизавета первая. В комнате с астрономом. Кое-что мы там не посмотрели. Я наклацал, что вот здесь, вот смотрите, тоже есть область, которую можно изучить. Я попытался опять со всем этим разобраться, нащупал вот эту область. Так что давайте теперь изучим ее. «Виды северного полушария», Эндрю Верни, второе издание. Эндрю Верни родился в Мейдстоне. Ты тоже интересуешься астрономией? Ёпарс, это напугал меня. Это, видимо, теперь он нам говорит, Эндрю. Призрак Эндрю Верни. Родился в Мейдстоне, Кент, в 1901 году. Его компания, Crafted Curiosities, была основана его отцом. Она хорошо известна выпуском головоломок и настольных игр. Астрономия всего лишь хобби, но его острый интерес и характерная манера письма стали популярны. И теперь он постоянно пишет книги и статьи для ежедневных газет. «Виды северного полушария». Переработанное издание 46-го года. А я не могу его прочитать, что ли? Зачем мне тогда это надо? Ну ладно. Просто теперь мы знаем, кто это, да? Хорошо. А, В. 1945. А, не могу открыть вообще никак. Так, а здесь у нас пазл получается, да? Так, ладно, будем как-то искать. Вот это вроде левый верхний угол, да? Давайте попробуем его вот сюда поставим. Так, вот здесь какая-то мазня. Ну-ка. Тут сюда вроде. Подходишь? Вот так. Так. Здесь вот... Нет, это не сюда. Здесь должно быть что-то вот... Вот так вот.
Вот линия совпадает. А тогда вот это... А, блин, надо все вниз опустить. Так. Надеюсь, здесь не нужно прямо вот так вот идеально, идеально, четко по пикселям все выставить. Если t равняется a, t равняется b. Может быть, это как раз-таки шифр. Помните, мы там находили записки зашифрованные? Даже две штуки. А, черт. Опять нужно вверх все сдвинуть немного. Невозможно просто тут дальше левее или вниз опустить. Так, тут сюда тогда. Не тебя. Так. А если t равняется o, скорее a или s. O, очевидно, s. S равняется O. Так. Ч равняется I. Так, а должно что-то произойти? Или ничего не должно произойти так-то? Может, нужно ровнее выставить просто? Вполне может быть, что ничего не произойдет, просто теперь мы с помощью этой подсказки сможем расшифровать те записки. Я, правда, уже не помню даже, где они. Но если что, я их найду уже за кадром и расшифрую. То надо будет переписывать. Так, а ну-ка. Может, все-таки повыше надо поднять как-то. Потому что странно, вроде как собираем, но ничего не происходит. Так. Видимо, надо прям тютелька в тютельку все совместить. Так. Так. Ну вроде бы уже вообще идеально прям. Вот прям, ну почти идеально. Вот. Т равняется либо А, либо Б. О это С, а С это О. Либо четверка, либо Ч равняется И. А, я сразу это, наверное, ну не буду прям зарисовывать, просто запишу себе, что Т равняется у нас А или Б. О это у нас С. С это у нас О. Это у нас И. Вот таким вот образом. Хорошо, потом уже, может быть, за кадром расшифрую те записки. Ладно. Просто не помню, где они, чтобы сейчас их расшифровать. Это нужно опять побегать по всем комнатам. А здесь у нас есть шкатулка с кучей кнопок, которую тоже пока что не знаю, как расшифровывать.
и книжка. Я наносил на карту неба созвездия так, как их видели викинги. Что-то произошло. Я не помню, что. Окей. И, кстати, раньше он этого не говорил. Мы ведь эту книгу уже рассматривали и не один раз в прошлой серии. Видимо, то, что я там порылся в его книгах. Теперь появился этот призрак. Слушайте, может быть, теперь нужно посмотреть в телескопы, что-то мы уже сможем сделать. Мы должны, по идее, найти новое созвездие, это логично. У нас карты звездного неба есть, у нас есть дневник, где он описывал, что вот он нашел новое созвездие. И логично, что нужно его теперь найти. Вот, слушайте, теперь он говорит, мы должны осматривать созвездие. Это одно из созвездий. Ты про какое? Про вот это говорил? Это одно из созвездий. Это одно из созвездий. Ну, не скажешь ничего? Ярче, чем все остальные. Я его совсем не узнаю. Вот это, да? Вот это ты не узнаешь. То есть вот это ты не знаешь новое созвездие, короче, в общем, которое ты нашел, да? Так. Ярче, чем все остальные. Я его совсем не узнаю. Да, понял. Давайте запомним, чтобы не перерисовывать. Это типа креста, справа вот такая еще загогулинка. В общем, в форме креста с загогулинкой. Так, быстро пока помню. Ну отлично, прогресс в общем есть. Так, давайте теперь его найдем. Значит, крест с загогулиной. Нет, тут его нету. Вот это похоже. Да, смотрите, вот крест идет. А, и вот такая вот загогулина. Это у нас рака. А, я думал, нажать на него нужно. Рака. Окей, у нас есть созвездие рака. Что дальше? Рака. Давайте здесь поищем, у него ведь здесь созвездие записанное. Может, что-нибудь найдем по поводу этого раки. Хотя, если он его как бы не знает, если оно новое, то здесь его, по идее, быть не должно. Рата. Рака. 1, 2, 5, 3, 4, 7, 6. Слушайте, так это ведь... Это случайно не кнопочки, которые нужно нажимать? Да, смотрите, две кнопочки, три, потом две, один, два, пять, три, четыре, семь, шесть. Так, я это запишу сразу. Один, два, пять, три, четыре, семь, шесть. Ну, попробуем. По крайней мере, попробовать можно. Так. Получается, эту нажать, потом вот эту, потом 3, 4, 5, 6, 7, да? Я пытался вспомнить комбинацию, я теперь многое забываю. Не понял, что-то я перепутал? Три, четыре, пять, шесть, семь.
Я пытался вспомнить комбинацию, я теперь многое забываю. Так, а ну-ка, где у нас здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не понимаю я. Может, я по кнопочкам неправильно попадаю? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 3, 4, 7, 6. Так, переписала их правильно. Может, просто я немного не точно на них нажимаю, но попробуем точно по центру. Блин, странно. Неужели? Стоп, ну я не понял, что я ввел. 1, 2. Пять. 3, 4, 6. Так, слушайте, походу, может быть, это в локализации опечатка была, значит, потому что я ввел не. Получается, здесь не 5. А, 5, 3, 4, как раз я ввел. 5-4. Блин, короче, признаюсь честно, я клацал наугад, потому что уже 5 минут здесь клацаю, ребята. Я уже не знал, как мне вводить этот код. Я 5 минут клацал, короче, сейчас у меня получилось, не знаю почему. Так что, в общем, вот таким вот методом тыка. Так. Не уверен, почему Джордж дал мне это. Он тогда очень нервничал. Это написано на пергаменте. Ты знаешь, что это? Это кожа. Будем надеяться, шкура животного. Так, символ. Этот символ у нас 12-й, только у нас он вроде там должен с крестиком быть. В любом случае, толку от того, что у нас есть символ. Нам нужен не символ, нам нужно слово именно. Здесь чисто символ, да? Не уверен, почему Джордж. Не уверен, почему Джордж дал мне это. Он тогда очень нервничал. Ну, договори уже, давай. Не уверен, почему Джордж дал мне это. Он тогда очень нервничал. Это написано на пергаменте. Ты знаешь, что это? Это кожа. Будем надеяться, шкура животного. Хорошо, как отсюда выйти? А, стоп. А вот и записка, которую нужно расшифровывать. Подождите. Нет. Еще раз к записке. Так, где тут мои... Т равняется А или Б, О равняется С. Что-то, ребята, я все равно не могу понять, реально. Да нет, что-то я не понимаю. Подождите, что-то не могу все равно понять.
Так, а что у нас здесь было? Давайте проверим вот эту записку. Над огнем нужно. Это у нас, по-моему, на третьем этаже нужно делать, да? Просто, по-моему, таких записки было две. А может, мы сможем другую расшифровать? Так, по-моему, номере А. Нет, здесь у нас художник. А, да-да-да, все правильно, здесь. Опять нужно газ, видимо, подать. Так. А, нет, здесь у нас совсем другое было, вспомнил я, что это. А где ж, по-моему, мы видели еще одну записку, которую не смогли расшифровать, но я не помню абсолютно, где мы ее видели. Нет, 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 не здесь. Может быть, как раз здесь? Так, много очень нужно запоминать. Много запоминать приходится. Где что находится? Вот сейчас... А, здесь мы, видимо, вот эту бумажку как раз взяли, да? Вот сейчас я, допустим, совсем не помню, но, по-моему, была еще одна записка. Ну, блин, жуткие звуки, реально. По-моему, мы еще сюда заглядывали. Так, радио, газета. Здесь мы читали про Тима, пропавшего. Это мы читали. Видимо, где-то на втором этаже. Так, а ну-ка давайте глянем тогда, может быть где-то здесь? Здесь на что? Здесь у нас ванная? Нет, здесь мыло просто и фотография. А, стоп, вот здесь мы находили. Нет, это не то. Да, в этой игре нужно запоминать. Очень сильно нужно запоминать. Прям все подряд. Все, что мы и где видим, потому что... Здесь цитаты просто нам выдает. Что делать, мы узнаем, делая. Аристотель, да. Это для нас бесполезно. Ну, давайте быстренько еще пробежимся по вот этим номерам. Может быть, здесь что-нибудь еще вспомним. А здесь мы фотографии только смотрели, да? Так, 13 изображений, да. Вот это вот что-то непонятное, есть какие-то три символа. Их бы тоже, в принципе, запомнить как-то. Z, крестики, нолик, типа того. Ну, больше здесь ничего такого. Ну, вот это типа призрак, наверное. И вот. А вот еще символ какой-то. Черт его знает. А, здесь запертая дверь, да? Мы можем посмотреть туда. Так, фотографии. Стол. Но пока что ничего не видим.
Так, а здесь мы вообще были? Шляпу что-то эту я не помню. Но здесь кроме шляпы ничего нету, абсолютно ничего. А, здесь мы были. Блин, а в каком порядке, что здесь нажимать-то, я и не помню. Где моя зарисовка? Так. Так, здесь мы нашли символ и слово. Это не то, что нам нужно, нет. Так, ну ладно, ребята, давайте мы тогда здесь прервемся. Я побегаю, наверное, по комнатам еще поищу, где же. Ну, я помню, что вроде как была еще одна записка зашифрованная, только где мы ее видели, черт его знает, я не помню абсолютно. Нужно просто бегать искать. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.